Имущество Уфимского управления электротранспорта повторно выставили на торги за 4 миллиарда рублей. Об этом сообщил портал РБК Уфа со ссылкой на конкурсного управляющего банкротного МУЭТ Данила Рыбалка. Единым лотом за почти 4 миллиарда выставили социально значимое имущество должника. На первые торги, назначенные на 10 июня, заявок на участие не поступило. Тогда имущество предлагали к реализации за 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Цена на вторых торгах снизилась на 10%. В перечне имущества 194 трамвая и троллейбуса, оборудование, автомобиля, здание депо и другие постройки, несколько земельных участков. Отдельными лотами выставили 54 трамвая и троллейбуса за 63,5 миллиона рублей. Канатная дорога за 33,5 миллиона, машины, оборудование, несколько киосков, мебели, станки. Общая стоимость лотов на этих торгах порядка 220 миллионов рублей. Торги же назначены на 29 июля. Заявки на участие принимаются до 27 числа. Шаг аукциона составит 5% от начальной цены продажи. Обязательные условия: на покупателя возложат обязательство обеспечить надлежащее содержание имущества и бесперебойно осуществлять перевозки пассажиров в Уфе.